А у нас сегодня рыбный день. Будет мойва, запеченная интересным способом. Рыбу нужно помыть. Красоточка крупная, с икрой. И в миску. Вот люблю рыбу. Я рыбная душа, друзья. Сейчас специи. Пол чайной ложечки куркумы. Немножко копченой сладкой паприки. На кончике чайной ложки кориандра. Столько же хмели сунели. Сюда же чайная ложечка сахара. Немножко соли. И 2 столовые ложки соевого соуса. Не будет соленой. У меня здесь килограмм мойвы, поэтому в самый раз. И, конечно же, черный молотый перчик. Как же рыба без острых ощущений. Одеваем перчатки и все хорошо перемешиваем, чтобы все специи равномерно распределились. Беру рыбу и выкладываю на решетку. Ставьте лайки, друзья, за такую простую и вкусную идею. Опа, а я рыбку в духовку. Разогрета до 100 градусов. Рыба будет запекаться примерно 50 минут с конвекцией. Можно пробовать. Рыба вкусная и в холодном, и в горячем виде. Поверьте, это прям нужно попробовать. Сережка, зажги камеру, тут тебе ничего не останется. Я так и понял. Всем приятного аппетита. Ну а мы продолжаем. А этот надо еще подождать. Часика 20.